Здравствуйте, меня зовут Илья Лазерсон, это программа «Обед безбрачия». Я настоящий шеф-повар. Не смотрите, что я не в белом кителе, потому что я не хочу вас пугать, ребята. Я нормальный человек, но у меня обычная рубашка, обычный домашний передник, потому что я сегодня ваш. Я сегодня буду разговаривать с вами на вашем языке, а не на языке профессионалов, чтобы вы все поняли и чтобы это имело какой-то практический смысл. Я вам сегодня покажу одно блюдо, вокруг которого сломано очень много копий. Будете смеяться. Я буду готовить его сегодня неправильно. Но я обосную, почему. И вы все поймете. И, может быть, дальше будете готовить неправильно. Но зато вкусно. Я не знаю, как часто вы сталкиваетесь с этим блюдом в ресторане. Или, не дай бог, дома. Но это паста карбонара. Это культовое итальянское блюдо, ну, которое так это с юмором переводится как макароны угольщиков. Хотя это не совсем верно. Мы сегодня будем пользоваться спагетти. То есть мы сегодня сделаем спагетти карбонара. А почему я буду готовить его сегодня неправильно, я вам расскажу чуть позже. А пока я начну, пожалуй, что все-таки с сыра. Потому что в соусе для этого блюда обязательно присутствует сыр. С сыром у меня сегодня все хорошо. У меня сегодня шикарные сыры. Именно те, которые нужны для этой пасты. Посмотрите, их два. Вот посмотрите внимательно. Два куска сыра. Я вам сейчас расскажу о них немного. Вот этот сыр. Вот даже видны фрагменты клейма, которое было сделано на его внешней корке. Называется Пармиджано Реджано. Это самый настоящий пармезан, который есть в нашем распоряжении. Конечно, он к нам приходит из Италии. Это сертифицированный сыр. Мы говорим попросту пармезан. Но пармезаном могут называться только сыры, которые сделаны в определенной области Италии. Они защищены по месту происхождения. Это настоящий, хороший Пармиджано Реджано. А вот этот сыр, посмотрите, у него несколько более спокойный цвет. Он такой чуть-чуть, если не синевой, то с каким-то чуть таким зеленым оттенком сыворотки. Это сыр Пекорино Романо. Этот сыр сделан из овечьего молока. Потому что по-итальянски пекора – это овца. То есть это римский овечий сыр. Он производится в регионе недалеко от Рима. И вот именно из смеси этих двух сыров мы будем готовить сегодня спагетти карбонара. Этот сыр Пармиджано Реджано делается из коровьего молока всегда, а этот овечий. Вот итальянцы любят эти два сыра сочетать в одном блюде. Вкус будет атомный. Я теперь их натру, эти два сыра, потому что они мне нужны в натертом виде. Все любят, когда красиво. Хорошо, если есть чувство стиля. Яркий цвет поднимает настроение. Простые истины, но не для всех. Ну что это такое? Точно баба была на кухне. О, вот теперь все хорошо. У нас мужская кухня. Обед безбрачия. Смотрите, как труд женщины. Я сейчас немножко сделаю женщинам плохо. Дорогие дамы, если вы смотрите, посмотрите, как вы неправильно натираете все, что можно натирать на терке. Женщины трут вот так, смотрите. Женщины трут вот так вот, елозят туда-сюда. Это не совсем верно, потому что правильно всегда тереть только вниз. По всей длине. Видите, я не вот так вот делаю, как женщина, а всегда только сверху вниз. Эффективно и быстро. Раз. Это был один сыр. Это был Пекорино Романо. А теперь я натру Пармиджано Реджано. Ну, думаю, что хватит. Вот у меня весь сыр сейчас внутри терки находится. Ну, немножко вот я просыпал. Невероятно вкусно. Теперь я этот сыр переложу. Вот так. Сыр натер.
Теперь я подготовлю бекон. Ну, какой карбонарий живет без бекона? Конечно, с беконом. Вот бекон. Я сейчас его нарежу небольшими фрагментами. В Италии, конечно, используют несколько другой продукт. У нас он бывает не часто. Он называется панчетта. Это такая грудинка копченая. Ее нарезают самостоятельно, а не так вот, как этот бекон, уже нарезан на заводе кусочками. Но мы используем то, что есть. Значит, я... Бекон сейчас, кстати говоря, я вам покажу сейчас один трюк. Чтобы бекон жарился лучше, чтобы он лучше себя вел на сковородке, его предварительно можно обдать кипятком. Я возьму немного воды кипящей. И сейчас его вот так вот обдам кипятком. После этого он будет лучше себя вести на сковородке, кусочки бекона не будут слипаться, и он будет равномернее обжариваться. Вот так. Вот я его обдал кипятком, сразу кусочки все разлиплись. И теперь я его буду вынимать из воды, чтобы он был сухонький. И вот так вот бросать в сковородку. И сейчас этот бекон будет потихонечку, равномерно, после такой процедуры ошпаривания, жариться. Черный перец. Значит, я немного перца кладу на доску. Сейчас его ножом раздавлю. Раздроблю, чтобы он был крупно дробленый, ароматный. Я сделаю это, естественно, широким ножом, потому что он эффективнее, чем нож узкий. Значит, я нажимаю собственным весом, а вес у меня, слава богу, есть, на перец, и он эффективно может быть раздроблен. Вот он, дробленый перец. Я его, собственно говоря, могу так на краешке доски и оставить, потому что он мне пригодится в процессе приготовления, конечно же, этого блюда. Вот бекон, видите, сейчас водичка лишняя испарится, которая сюда попала, но зато он будет жариться крайне равномерно. Воду я солю. Это уже карбонара, это уже спагетти будем варить. Вот спагетти. Это итальянские спагетти из твердых сортов. Сейчас я не буду торопиться варить спагетти, потому что, вообще говоря, макаронные изделия, друзья мои, варятся весьма быстро. А в Италии спагетти и любые другие макароны готовят альденте, то есть не до конца. И я сейчас, пока жарится бекон и не тороплюсь со спагетти, расскажу вам одну интересную штуковину про то, как надо себя ощущать вот с этими макаронными-то изделиями. Вы меня, конечно, не поймете, потому что не у всех 8 классов образования есть, но вы видели в Италии женщин полных? Навряд ли, потому что их там крайне мало. Вот как, скажите мне, связано то, что они лопают макароны каждый день и не полнеют от этого? Вы когда-нибудь думали об этом или нет? Так вот подумайте и послушайте старого, мудрого повара, который вам расскажет, почему это происходит так в Италии. Почему же они не полнеют от макаронов, эти бабы итальянские? Я вам сейчас, тем, у кого 6 классов, покажу вот это. Это называется мука. Так вот, вот эти вот спагетти, они делаются вот из этой муки. Но мука это непростая, потому что в этой муке очень много белка, клейковины так называемые. Это называется твердые сорта пшеницы. Так вот, в этой муке, ребята, очень много крахмала, потому что мука состоит, собственно говоря, из белка, который называется клейковина, и крахмала. Что такое крахмал? Крахмал способен загущать. Крахмал связывает воду. Слушайте дальше. Так вот, получается, что в этих штуковинах много крахмала. И когда мы эти штуковины варим в воде, к
крахмал, который есть здесь, начинает воду в себя впитывать. Крахмальное зерно набухает. Но итальянцы вот эти штуковины варят не до конца. Они их варят альденте. Таким образом, крахмальное зерно в этих штуковинах не набухает до конца. Не сильно набухает. А потом мы эти макароны съедаем. У меня рот, вот он, тем, у кого 6 классов. Макароны попадают в рот, мы их съедаем. Они попадают в желудок. Желудок где-то вот здесь. И начинают перевариваться. Здесь, когда макароны сварены по-итальянски не до конца, в них мало воды. Потому что крахмальное зерно взяло в себе мало воды. И тогда эти макароны будут усваиваться хуже в отсутствии воды, чем они усваиваются, когда они сварены до конца. Поэтому в Италии, как в тебя эти макароны вот сюда вошли, так они из тебя через другое место вышли и практически не усвоились организмом. Тебе было вкусно, тебе было хорошо, и потом из тебя все это вышло. Вот именно поэтому итальянки не полнеют от макаронов, потому что они их правильно варят. Ты любишь изысканность? Не смотри. Мать вашу, где салфетки? Ты ценишь утонченность? Не слушай. Женщинам смотреть не рекомендуется. Обед без брачия. Да, мы с вами не итальянки. И мужики ваши не итальянцы. Но тем не менее, вот надо это понять. Я сейчас немножко масла дам в бекон, чтобы он эффективнее жарился. Это надо понять, это надо принять. И тогда... Ешьте себе макароны сколько хотите, ополнять не будем. Это была лекция, объясняющая, ребята, вам, почему от правильно сваренных макаронных изделий нормальные люди не полнеют. Теперь я приступлю уже к варке макаронов. Значит, кипит вода, она посолит. Сейчас она снова закипит. И мы варим макароны. Тем временем, пока все это происходит, смотрите, что я сделаю с сыром. Вот у меня сыр. Я сюда сейчас возьму и разобью одно яйцо. Вот так. Я могу взять ложку, вилку, как-то размешать. При этом я сюда налью немножко оливкового масла. Хорошего, вкусного оливкового масла. Итальянцы масла не жалеют. И как-то размешаю. Размешаю. Вот у меня получилась такая замазка. Сырно-яично-масляная замазка. Теперь я беру маленькую кастрюльку. Наливаю в нее сливки. Вот здесь, внимание, вот здесь уже будет неправильно теперь. Объясню почему. Это сливки. Дело в том, что итальянцы не любят, не хотят добавлять в этот соус сливки. Итальянцы готовят без сливок. Собственно, вот вокруг этого факта и ломаются копья кулинарные. Одни считают, что надо готовить соус со сливками, другие считают, что соус со сливками не надо готовить, надо готовить его без сливок. Аутентично готовить без сливок. Я этому лично учился на севере Италии, в кулинарном институте, где мне хорошо вбили в голову, что сливки не нужны. Но! Почему я все-таки готовлю неправильно сейчас пасту карбонара? Потому что, когда готовишь 1-2 порции, приготовить без сливок ее крайне тяжело. Я бы даже сказал, невозможно, потому что без сливок готовят карбонара, когда мы готовим 4 и 6 порций. Смотрите, как готовят карбонару без сливок. Сварятся у меня спагетти. Я в горячие спагетти добавляю вот эту штуковину. Сыр потечет, потому что сыр начнет плавиться на горячих спагетти. А яйцо будет немножко сворачиваться и давать такую сливочную консистенцию. Но надо сделать так, чтобы
тепла макаронов, только что сваренных, спагетти в нашем случае, хватило, чтобы расплавить всю вот эту историю. Когда макаронов много, тепла хватает расплавить вот эту историю. Когда их немного мы варим, тепла может не хватить, и получается неравномерный соус. Поэтому сливки в нашем случае приготовления небольшого количества порций карбонары позволяют обеспечить сливочность и равномерно расплавить вот эту историю. Вот в чем дело. Вот почему я сейчас готовлю неправильно. Но не думайте, что это не будет вкусно. Конечно, это будет вкусно. Поэтому готовьте себе правильно или неправильно. Все равно будет хорошо. Сейчас будет хирургия. Лишние эмоции только мешают. Умиление неуместно. И забудьте про жалость. Я буду ему перебивать суставчики. Никаких сантиментов на мужской кухне. Вот смотрите, бекон готов. Сейчас я его, он обжарен, я сейчас его переложу на салфетку. Я его обсушу, бекон, опять же, от лишнего жира. Блюдо, конечно, как вы понимаете, получается калорийное, потому что сыр достаточно жирный продукт, яйцо, макароны углеводные все-таки, поэтому сытно-то будет, слава богу. И бекон добавляет еще сытости. Время варки крайне важно соблюдать, чтобы быть альденте, поэтому смотрите на упаковке. Если там написано варить 8 минут, имеется в виду следующее, что когда вы положите макароны в кипящую воду, вода перестанет кипеть. Она закипит через некоторое время. Так вот, с этого момента надо считать 8 минут. Но попробовать макароны, как они себя чувствуют, надо раньше, чем через 8 минут. Потому что есть вероятность того, что макароны приготовятся раньше. Поэтому не ждите 8 минут, а уже минут через 6 попробуйте, как они. Чтобы они не переварились все-таки. Так вот, макароны. Но я считаю своим долгом присутствующим здесь дамам рассказать еще немного о сыре. Потому что очень важная штука сыр. Дорогие мужчины, вы сейчас меня внимательно послушайте, а потом попытайтесь близко к тексту передать своим женщинам то, что я вам сейчас скажу. Мамам, женам, подругам, внучкам, дочкам. Передайте им следующее. Скажите, Лазерсон сказал, чтобы вы не боялись одной штуки. А именно, на упаковке вот этого сыра, который я сюда тер, неважно какой это был, пекарин или пармезан, написано, жирность 45%. Вот как женщина, ваша женщина, посмотрит на упаковку, будет думать, бог ты мой, 45% жира в сыре. Куда же я буду один жир-то есть? Половина жира в сыре. Она пугается. Сама не ест сыр. И вам не дает. Потому что женщина же руководствуется своими вкусами. Она-то покупает продукты чаще всего. Это неправильная жирность указана на упаковке. Потому что на упаковке указана жирность так называемого сухого остатка. Что это значит? А это значит, что если из этого сыра убрать всю воду, внимание, так им передайте, что если из этого сыра удалить воду, в том, что останется, будет 45% жира. А в сырах много жидкости, поэтому на самом деле фактическая жирность сыра всегда гораздо ниже, чем она указана на упаковке. Я думаю, что примерно процентов 25 фактически. Вот это уже не страшная цифра. Так что зарубите себе на носу, ребята, и передайте своим женщинам, что жирность сыра на упаковке – это особенная цифра. Она правильная, но так в сыроделии так принято указывать жирность сыра. И многие производители уже сегодня пытаются указывать две жирности сыра. Одну – жирность сухого остатка, а другую – фактическую жирность. Вот что вы должны передать вашим любимым женщинам. Я иду к спагетти. Теперь время спагетти. Посмотрите. Кастрюлька у меня маленькая. А спагетти, посмотрите, какие длинные. Поэтому я их сейчас просто вот так кладу, как могу, на бок.
иначе мне их не уложить в эту кастрюльку. Это единственный способ, да, как-то сейчас начинать работать. И теперь, когда они в кипятке начинают размягчаться постепенно, я их буду загибать, чтобы они уже вдоль бортика кастрюли согнулись и легли мне мягенько, не сломавшись, в саму кастрюлю. Вот уже они становятся податливыми, и я постепенно сейчас их утолкаю таки в эту кастрюлю. Не забывайте, что всякие макаронные изделия опускаются в кипящую воду. Убаюкиваю эти макароны, и они у меня уходят. Сейчас я возьму себе вилку, помогу себе вилкой. Они спокойно уходят. Вот, ну, для дома существуют всевозможные пастоварки, то есть сито такие, которые опускаются в кипяток, и там варятся макароны, тогда они быстро удаляются без воды из кастрюли. Но мы сегодня варим обычную. Вот все, видите, я их утолкал таки в кастрюлю. Вот теперь спагетти у меня будут эффективно вариться. Есть такие умники, которые говорят о том, что надо обязательно налить немножко растительного масла в кастрюлю. Дескать, макароны не будут слипаться, потому что капельки масла не будут давать макаронам слипаться. Это лишняя абсолютно работа. Современные качественные макаронные изделия не слипаются в кастрюле. Поэтому зачем мне портить, тратить масло? В общем-то, ни для чего. Поэтому не надо добавлять растительное масло в воду при варке макаронных изделий. Вот как мы прекрасно варимся. Теперь я вас, ребята, возвращаю к этому проблемному соусу. Вот сливки, вот сыр с яйцом и с оливковым маслом. И теперь я очевидно, что сделаю. Посмотрите, я сейчас возьму это горячие сливки. Я чуть-чуть добавлю в них водички. Немножко их разведу все-таки. У меня они немного выкипели в процессе моих разговоров. Сейчас я их нагрею. И посмотрите потом, как будет готовиться соус. Вот это моя сырно-яичная штуковина. Вот мои спагетти. Иногда их нужно помешивать, чтобы они не слипались между собой вдоль. Вот они прекрасно варятся. Значит, вот теперь смотрите, что будет. Нагретые сливки. Сейчас я беру венчик. Теперь я поставлю их, горячие сливки, вот здесь возле себя без плиты. И начну сюда вводить вот эту вот штуковину, интенсивно размешивая, чтобы сыр и яйцо растворялись в горячих сливках. Мгновенно растворяется сыр. Вот вы не поверите. Дело в том, что чем старше сыры, а пармиджано, реджано и пекорино могут выдерживать до 3 лет. Представляете, тебе сыр зреет до 3 лет. Это самые старые сорта до 3 лет. Сегодняшние сыры, судя по их внешнему виду, зрели где-то месяц, не меньше 18 месяцев, 1,5 года. Это тоже серьезный срок. Вот посмотрите, как они мгновенно растворяются в сливках, и сливки, ну, как бы густеют. Вот я сейчас дам. И теперь я могу даже немножко подогреть, потому что уже тепла сливок не хватает, чтобы растворить. Вот получается очень такой сливочный, абсолютно, посмотрите, однородный соус для карбонара. Вот он, шикарный соус. Невероятно вкусно. Теперь мои спагетти достаточно тонкие сегодня, то есть у них маленький диаметр, я поэтому сейчас проверю, как они. Ну, я уже пальцами чувствую, что они не готовы еще. Да, я в этом убедился. Теперь процесс пойдет дальше. Здесь все продумано и просчитано. У свиньи 4 ноги. Здесь нет места неожиданностям. 2 ноги передние и 2 ноги задние. Мужская логика на мужской кухне. Обед без брачия. В супер оригинальном способе я бы положил натертый сыр с яйцом и с маслом сюда, и они бы мне здесь все растопились. Но я использовал все-таки сливки. Теперь смотрите. Соус.
Теперь я, посмотрите, как перемешаю, чтобы было невероятно сочно. Сейчас спагетти немножко впитают в себя этот атомный вкуснейший соус. И нам всем будет так хорошо, что вы себе этого не представляете. И теперь тарелка. Очевидно, что в Италии макаронные изделия, всякие макароны едят из глубокой тарелки, потому что соус обильный. Вот глубокая суповая тарелка. Это даже маленькая тарелка по уму. Специальные тарелки для пасты, они гораздо большие. Но мы возьмем такую, какая у нас есть. Я протру. И теперь я вот так вот двумя вилками. Я не буду укладывать сюда так уж много карбонара. Вот я сделал такую, видите, горочку спагетти. Я сейчас вытру бортик тарелки. Сливочное, такой соус, он покрывает спагетти. И вот жареный бекон пошел наверх, потому что это придает, конечно, очень хорошую нотку паста карбонара. Вот теперь блюдо готово, и уже можно расслабиться. Потому что я действительно напрягался сейчас, чтобы вам по-человечески показать раз в жизни, как готовится карбонар. И теперь я могу смело расслабиться, выдохнуть и сказать вам, друзья, что мужчина совершенно спокойно может существовать на кухне. Это абсолютно не стыдная работа для мужчины – готовить еду. Я знаю, что есть ряд моих братьев по разуму, которые считают ниже своего достоинства притрагиваться к еде, к ее приготовлению, стоять у плиты, потому что, дескать, это работа не наша. Это, конечно, может быть и не наша, но нормальный мужчина должен уметь приготовить еду себе и даже помочь приготовить еду кому-то. Так что, ребята, чувствуйте себя абсолютно спокойно. Работайте, как работали, живите, как жили. Но время от времени я вам рекомендую все-таки заглядывать на кухню с тем, чтобы получить удовольствие от приготовления еды и, конечно же, от ее употребления.